Приветики, мои котята, с вами Брига, и добро пожаловать в Wolf Tales. Итак, по многочисленным просьбам снимаю видео открытие сундуков. Сундук чемпиона, который дается раз в неделю гильдии, которые вошли в первую сотню лучших. Мы на прошлой неделе закрыли неделю 22-м местом, это очень хорошо. Сейчас мы на 16-м месте за неделю. Спасибо большое сагильдийцам, которые набрали неимоверное количество очков, особенно Лон 151, наверное, рекордсмен нашей гильдии. 39 тысяч очков у нас еще никто не никогда не набирала. Тут смотрю, может быть, кто-то еще должен получить повышение, да вроде бы как нет. Журавлик тоже отличилась, 21 тысяча, ну как обычно, молодец. Илен 13 тысяч, Рокси 15 тысяч, Шоколад 17, Виверна 16, ну вы большие молодцы. Тоже очень многие новички отличились, были активными. Так, давайте открываем еженедельный сундук. По-моему, мы на 10-м месте. Это 3 золотых и 1, получается, бронзовый сундук. Да, на 10-м месте. 10-й уровень сундука, то есть, извиняюсь, неправильно сказала. Давайте открывать, посмотрим, что к нам прилетит. Надеюсь, фантастика. Поехали. Ой, нет, к сожалению, фантастики нет, я уже вижу. Я уже вижу ни одного фантастического лучика, звездочки ни одной фантастической. Так, ну хоть гемы-то дадут. Да, 50 гемов дали, и то радует. Ну, в сферу очень много дали. Ладно, классно. Гемы получили. Теперь открываем сундук чемпиона. Так, одна фантастика летит. Не знаю. Очень хочу дракона нового. Смотрим. Валюта 500. Вай. Круто. И новый компаньон. У меня этих компаньонов уже очень много, но такого компаньона у меня не было. Лесная сова. Отлично, очень красивый компаньон. В принципе, довольна. На следующей неделе ожидается медведь, мишка, который у меня есть. У меня есть скин на это, такой скин на мишку, поэтому я жду забытую пуму. Так, здесь я уже сундучки пособирала. Давайте переключимся на дракончика. Подключим компаньона. И я еще хотела посмотреть, так, то что-то не туда переключилось. Я хочу посмотреть, есть ли у меня какие-то новинки в преобразованиях. По-моему, я вам не все показывала, или все. А нет, вроде бы как нету никого новеньких. Ладно, давайте здесь зайдем в логово. Так, и переключим нашего компаньона. У меня здесь 3 летучих мыши уже надоели, поэтому давайте переключим. Так, где он? У нас сова. Так, ищем. А вот сова. Классная. Давайте посмотрим, кого. Давайте вот эту мышку уберем и подключим сову. Оборудовать нажимаем, и она у вас подключается. Теперь можно почитать, кстати, еще бафы. Дрессировщик детеныши. Детеныши будут расти быстрее при обучении. Так, ускорение прыжка. Ну, дрессировщик детенышей, кстати, неплохо. И богатство ресурсов, конечно же. Давайте теперь выйдем из логова. Немножечко взлетим. Посмотрим. Ох, как сидит. У нас сова вот так сидит. Она маленькая совушка. Очень маленькая. Надо было на другом животном посмотреть. Давайте взлетим на дракончике. Ох, с первого раза не получилось. Взлетаем. Е-е-е. Вот. Классно. Очень классная сова, безумно рада, что она у меня есть, но она действительно классная. Вы посмотрите, какие у нее крылья разрисованы, красивая лесная сова. Е-е, у меня новый питомец, новый компаньон. Ну вот такое видео получилось, короткое, чисто по открытию сундуков. Надеюсь, вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wolf Tales. А с вами была Кошечка Прика, и увидимся в новых роликах.